На, бедолага, лови. Че тебе, подкурить же? Удачи тебе. На, ёпта, бичара. Блять, мне на гранчат не хватает, забери. Ты даже не представляешь, как наша встреча изменит твою жизнь. Оставь их себе, пригодятся. Брось их об землю и загадай желание, и оно обязательно сбудется. Ой, нахуй пошел! А может реально работают, а? Ну тогда мое первое желание будет... Хочу опохмелиться. Пойду похмелюсь. Гранчак водки куплю. О. Может, и правда работает. А вдруг и правда работает? Как ты уже понял, тот случай действительно изменил мою жизнь. Мой дом сгорел, и мне пришлось жить на улице. Нет, друзья, конечно, пускали к себе, но потом они просто отказались от меня, и я начал пить. Тот случай конкретно изменил мою жизнь. Шары действительно казались волшебными. Ну, свой первый шарик, как я понял, ты потратил совершенно зря. Второй ты, вероятнее всего, потратил на то, чтобы стать богатым. Нет, да, действительно. Я хотел разбогатеть. В тот же день я пошел и купил лотерейный билет. И не поверишь, выиграл. Ну, как ты понял, живу не бедствую. Машинку купил, домик. Еще и на жизнь осталось. Это понятно. Все-таки меня интересует вопрос. А на что ты потратил свое третье желание? Нет, в смысле, что это? Чего, блядь? Че тут за отметка 28 сантиметров? Ой, сынок, вырастешь, узнаешь.